Нихао, с вами Акаши. Сегодня мы смотрим матч третьего тура между командой Full Freedom, за которую у нас играет Владок в опорной зоне, Шампурчик и Бабировини в нападении, против Dream Team Alliance, которые представляют DTA Elijah в нападении вместе с Блебуреком и у нас Сенатор 55 в опорной зоне. Или же у нас Блебурек будет опорить, а Сенатор играть в нападении. Это мы посмотрим по ходу матча. И вот сейчас у нас Шампурчик отдает на Владка, Владок на Бабирова. Бабиров возвращает. Но пока что Dream Team Alliance у нас плотно защищается. И Full Freedom не удается пробить защиту. Вот сейчас Шампурчик мог бить сам, но решил отдать передачу. И в итоге мяч не дошел до сора ворот, но вот сейчас отличнейший гол нам показывает Шампурчик. Безусловно, это гол на индивидуальном мастерстве. Шампурчик поднял, пробил и пробил точно в ближний для себя угол. И в итоге счет у нас открыт 1-0 в пользу Full Freedom. Шампурчик. Шампурчик против Элайджена. Тут скидка была на Владка. Владок пробивает, но удар был заблокирован. Владок с мячом. Владок. Владок на Бабировиньо. Бабировиньо в углу. Идет в продавку. Неудачно. Владок. Бабировиньо. Владок снова у мяча. Попытался раскачать своего соперника. И у него это не получилось. Возвращает он на Бабировиньо. И вот сейчас у нас мы наблюдаем картину, что мяч переходит от Владка до Бабировиньо постоянно. Но теперь Шампурчик с мячом. Сможет ли он забить еще раз? Но вырезал он передачу. Блебурек неудачно выбил мяч. И Бабировиньо стреляет уже в угол. И счет у нас становится 2-0. И вот сейчас ошибка просто Блебурека. Мяч отскакивает, идет по линии. И Шампурчик делает счет 3-0. Прошло у нас даже меньше, чем половину тайма. А счет у нас уже 3-0. Напоминаю, при 5-0 матч останавливается. Назначается нокаут. И, соответственно, победа будет оцениваться не в 3, а в 4 очка. Бабировиньо попробовал поднять двоих, но у него не получилось это. Шампурчик на Бабировиньо. Отличная передача, просто никто не держал Бабировиньо. И тот забил в пустой просто угол, в пустые ворота. Никто не мешал ему это сделать. Как-то очень расхлебанно у нас играет Dream Team Alliance. Пора бы уже подсобраться ребятам, все-таки третий тур. Возможно, трансферное окно их как-то сможет им набрать предыдущую форму, потому что пока что мы так и не увидели адекватной замены Роналду. Сейчас отлично Шампурчик между двоих дал, но мяч не дошел до ворот. Бабировиньо. Бабировиньо против Блебурека. Бабировиньо такой своеобразный дроп на Владка. Шампурчик вновь поднимает, прокидывает. Сенатор. Сенатор. Скидка на Элайджена. Вот, и вот все. Владок у нас отдает передачу на Бабировиньо. Тот стреляет. И 5-0. Матч заканчивается нокаутом. Победил 2F. Спасибо за просмотр.